Привет, привет всем, ребят. Зашли в суши, все занято. Зашли потом в Хинкали, тоже все занято. Нашли вот тут мидии, рыбы какая-то. Девчонки, еще делаю заказ. Я заказала себе мидии. И, ну, как всегда, мидии, суши. И лимонадик. Там для детей есть, играть будем. А они так не открываются, вот так открываются. Да? Ну, значит, надо открывать. Жарко, жара. Прощальный, заключительный. Дождались, да? Прощальный ужин. Ну, мясо мой дом. Ну, мы покупали мясо. Мясо мой дом поедим. А вот мидии-то не всегда. На даче же мы мясо поедим. Поэтому ждем. Давай. А то это действительно интересно. Так что ждем заказ. Аня, ты что сказала? Я заказала мидию в чесночном. Ну, сейчас придешь. Пока мы ждем заказ, покажу. Ой. Не трогай, я там выиграю. Вверх. Вид сверху. Красота-то какая. Поднимись, еще выше поднимись. Еще выше поднимись. Сверху. Ой, как вообще... А мой цикл. Да? Да. Нет, бери, ешь, Маша, все принесу. Сейчас еще принесу. Ешь. Я смотрю сначала, как будут есть. Вот у вас. Вон там перчатки. Я сейчас себе закажу и буду есть, да. Ну, закажу себе. Как она, наверное, едет? Да прям. Сколько здесь грамм вчера? 600 грамм. Ну вот картошка, вот это все 600. Дарю вам денег. Молодцы.